Как-то влюбленные жили себе, и все у них было хорошо. Кто украл его принцессу? Это что, Фредди? Шарик, прыгай туда, пожалуйста, он сейчас тебя съест. Ай, сколько Фредди тут, почему вас так много, что мне все везде съесть? Стой. А вот, смотрите, три Фредди сразу. Смотрите, поджидают меня, трясутся. Но они же сейчас взрываться будут. Ой, нет. Всем привет, ребята, меня зовут Споди Дуду, мы проходим... А, кого мы проходим? Фредди тут на нас нападает, в общем... Ай, вы видели? Видели, какой медведь страшный? Сейчас их будет еще больше. И сзади вон они тоже выглядывают, но они тут как бы не особо страшны. А вот те, которые вот тут стоят сейчас, вы поймете, за кого я говорю. Ребята, вот они-то страшные, они-то могут меня съесть. Фух, хорошо, что их рядом. Вот он, смотрите, сейчас я только возьму ключик. Этот Фредди попытается меня съесть. А, стоять! Видите, он когда взрывается, он, смотрите, детальки раскидывает, которые могут меня лопнуть. И это, конечно, опасно. Так, ну хорошо, что мы хоть тут прошли. Готово. Так, берем тогда звездочки. Ух ты. Ой. Че решил взрываться-то? Отстань, Фредди. Отстань, дай мне выжить, а? Че ты нападаешь-то сразу? Так что, ну как мы могли словить тут, а? Как мы могли словить лазер-то специально, что ли? Ой, Фредди, отстань. Фу, хорошо, что мне лазер помог, и он, ребят, взорвался. Что? Ну как можно было так не рассчитать-то, а? Попытка номер два. Ждем. Так, ладно. Как бы все равно получилась она более-менее удачная, эта попытка. Конечно, не после таких действий, но могло быть и хуже. Главное то, что мы тут прошли. Тройная дверь. Ничего так. Тройная дверь, это, конечно, интересно. Ну, тогда придется ждать, пока эти лазеры пройдут. Хоп, можем забирать тут все. Давай, раз, два, три. Все нормально. Ой. Так, давай. Забираем тут все. А! Смотрите, мы тут справились. Отлично. Заберем звездочки наши. Отстань от меня! А! Быстрее бежим от него, бежим. Не хочется мне лишних колючек споймать-то. Так, забираем наши звездочки. Оп. А! Все, справились? Фу, хорошо, что мы тут справились. Я думал, они сейчас меня тут съедят. Все, ждем, пока эти лазеры пройдут. И теперь давайте отправляться. Что? Ну как можно было упасть? Чего? У нас было последнее сердечко, ребята. Вы там не пишите, пожалуйста, не злитесь в комментарии, то что как бы много сердечек, там читер. Нет, на самом деле они есть, я их просто скрыл. Чтобы не мешались. Но они есть, их три, ребят. Так. Все, флажок есть. Оп. Ой, сразу три ключика. Вот он, Фредди справа, смотрите. Заметил меня. Это тоже меня решил заметить. Так, по-моему, по нам даже ничего ни разу не убахнуло. Ха, круто, мне, ребят, такое нравится. Так, вот он босс. А тебя медведи эти прятали-то, а? А ну-ка, бежим от него. Сейчас мы с тобой быстренько расправимся. Бам, получай. Отлично, перелет. Так, и можем уже использовать. Ай-яй-яй, быстрее, бежим от него. Так. Ба-ба. Получи. Ой, он уже назад идет, ребят. Бам. Так, теперь он пошел своими штуками этими стрелять. Ой, я не успею его перекатиться. А вот теперь успею. Так, почему мы словили? Ребята, всем привет! Смотрите, на луну напал Фредди. Нет, он попытается ее съесть. Его нужно остановить, ребятки. Так что поехали сражаться. Вот мы появились красным шариком. Кто это у нас тут ползает? Это что, Бонни, ребята? Это была Бонни. Так, ладненько.
Сейчас мы пойдем, смотрите, как они вон справа, Фредди, тут охранник кот, который всех их будет охранять. Отлично. Точнее, всех их именно от Фредди охранять будет. Ну да ладно. Так, давайте тут заберем звездочки наши, тут все отлично. Замечательно, бабам. Еще здесь. И теперь на этой стороне. Ой-ой-ой, почему мы не допрыгнули? Что это были за какие-то задержки странные? Это что у нас там? Уже кто-то делает Фредди, да? Что? Как это мы могли тут лопнуть? А? Кто это нам все подстроил тут? А? Кто это за страшилище такое? Ну ладно. Давайте вот сюда вот так вот. Хоп. Отлично. Теперь нужно здесь вот так вот. И прыгнуть прямо на Бонни. И все, чтобы она нам не мешала. Или он. Я не знаю, ребят. Напишите в комментарии. Так, ну-ка. Берем звездочку. Еще тут. Ой-ой-ой-ой. Молодец, Шарик. Ты смог продержаться и допрыгнуть тут. Ой, мы даже уровень прошли. А ну-ка. Ну же. Все хорошо. Теперь осталось нам докатиться. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут еще вы взялись. Чего вас так тут много-то, а? Так, тебя теперь задавим. Прыгнем на эту сторону. Звездочки заберем. Так, и все нормально. Ой-ой-ой-ой-ой, эта платформа-то движется, как оказалось. Ты что, движешься-то? Хоп. Теперь на эту сторону, и тут мы берем наши звездочки. Хорошо. Так, что на этой стороне? Ух ты, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ух, все звездочки вроде бы наши. Так, Бонни, я знаю то, что ты здесь ходишь. Я тебя вижу, сейчас я тебя споймаю. Не всегда же тебе меня ловить. Бабам. Все, ребят, с Бонни мы справились. А теперь прыгаем на эту сторону. Так, и тут мне бы надо позабирать тоже звездочки все и прочее. Так, тут все звездочки забрали. И теперь вот эту малышку. Оп. Готово. Так, нету там страшилищ еще поблизости. Вроде бы не появляются. Что нам еще здесь надо? А здесь нам надо забрать эти звездочки. Теперь вот сюда. Тоже хорошо. Раз, два. Так, вон она, Бонни тут бегает. Ну-ка, получи. Все, ребят, мы с ней справились. Выключим тут электричество, запрыгнем и пройдем наконец-таки. Так. Куда мы это падаем? Куда мы в пасть, что ли, падаем какую-то? Ай-яй-яй! Мы даже звездочку пропустили одну. Как так, ребята? Так ведь нехорошо. Где нам ее взять? Так, а ты кто? Помощник Фредди, что ли? Что ты тут забыл? Смотрите, ребята, это помощник Фредди. Так, ну ладно. Наш котик сейчас всех их отпугнет, чтобы мы спокойно тут все прошли. Так, а ты тут откуда взялась, Бонни? Я думал, ты точно тут не появишься. Ну ладно. Ух ты. Все-таки нас задел. Ах ты злодей такой. Ку-ку. Ку-ку. Ладно, мы уже с ним распрощались. Хотя подождите, что у нас тут ничего не осталось? Так, а как я забирался? По вот этим ступенькам, что ли? Так, ну, на первый взгляд вроде бы все просто, но я даже немножко запутался. Хорошо. Тогда будем делать все по плану. Давайте вначале заберем вот эти звездочки, чтобы они мне не мешали. Вот так вот, чтобы когда мы это все перепрыгали, нам точно ничего не мешало. Выключаем мы быстренько-быстренько на ту сторону. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пойди сюда. Ушки она поджала. Сейчас ты получишь. Или он, ребята, напишите. Бонни это он или она? Комментарий, конечно же. Так, заберем еще раз, два, три, четыре, пять. Вау, вышел зайчик погулять. Так, где вы там бегаете-то, страшилище? Все. А! Так, хорошо, что здесь цыпа нету, то я ее больше всех боюсь. Ай, вот она, нет, отстань от меня, ты что меня так напугала не вовремя-то? А, посмотрите на нее, напугать она меня решила. Фух. Страшно-то как. Все. Тут мы тоже вроде бы прошли. Ну и хорошо, ребята. Просто отлично. А! Куда это мы падаем? Нет. Стоять. Так, мы пропустили одну звездочку. Это как понимать?
Как мы смогли ее пропустить? Я думал, же этого никогда не произойдет. А! Ты что тут помог? Ну ладно, все, я понял, с тобой говорить не получится. Тогда нападем на Бонни, я сказал. Твоя еще сдачи нам дает, она, вы представляете? Вот это да!